вчера он был модным и очень дорогим пластическим хирургом, а сегодня стал арестантом, которого обвиняют в том, что он уродовал своих пациентов. Знаю лично трех девушек, видела их результаты, у которых так же, как у меня, сгнил нос. То есть у них произошел некроз. Сергея Морозова задержали вчера в Петербурге и этапировали в Москву по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью Софьи Тимаковой. Девушка шла к нему делать легкую коррекцию носа, но в результате едва не погибла. Хирург взял у меня реберный трансплантант, так, без моего ведома. Когда он мне его вырезал, он протнул легкое. И в ходе операции он еще занес эту инфекцию и в само легкое, и в сам хрящ. И нос в последующем у меня стал еще разлагаться. За операцию я заплатила 360 тысяч. Оперировал Морозов тогда в печально известной клинике «Медланж». Кончик носа широковат, поэтому нужно будет его сузить. В 2018 году 6 пациенток подряд прямо с операционных столов попали в реанимацию с тяжелейшими заражениями. Все они были молодыми, успешными и, главное, красивыми. Троих женщин спасти не удалось. Похоже, Софья – седьмая жертва коновалов из Медланжа. Клиника не предприняла никаких мер. То есть Морозова не было, никого не было. Они просто меня выписали. Я уже не разговаривала. Как мне объяснили, что у меня был открыт рот, я учащенно дышала. Реанимация, где зашивали пробитое легкое, тяжелая пневмония. Более года реабилитации, плюс операции по реконструкции изуродованного лица. Все это обошлось Софье еще в 2 миллиона рублей. Обвиняемый Морозов свою вину на сегодняшний день не признает категорически. То есть, соответственно, никакой материальной помощи, никаких извинений с его стороны не было. В рамках данного дела также нами заявлен гражданский иск на определенную сумму 10 миллионов рублей. Все это время модный хирург Морозов продолжал, как ни в чем не бывало, оперировать женщин, но уже в Петербурге. В связи с нарушением фигурантом ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде надлежащем поведении, следствие обратилось в суд с ходатайством об ее изменении на арест. По статье 238 Уголовного кодекса ему грозит до 6 лет лишения свободы. Пациентки, которые считают, что Морозов их изуродовал, находят друг друга в соцсетях и подают гражданские иски. По словам Софьи Тимаковой, таких может быть уже не менее 20 человек. Александр Карпов.